Всем привет-привет! Добро пожаловать на канал Kinder Malish TV. Кто еще не подписан, подписывайтесь, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои первые видео. Ну а сегодня я хочу открыть вот такой вот сюрприз лол. Интересно, что там попадется, это я не знаю. Вот такой вот сюрприз. Тут нарисовано лол. Посмотрим, что там попадется. И также есть вот такой синий, вот такой вот оранжевый или желтый там. Вот желтый и оранжевый. И зелененький. Вот такая вот крутая лол стоит. А также в дополнение я открою два киндер-сюрприза принцессы для девочек. Вот такие вот. Ну и давайте открывать. Откроем мы сначала, давайте, дополнение, киндер, сюрприз, открываем. Интересно, что там попадется? Опа. Убираем, открываем. Да, у нас будет из коллекции киндер. И открываем. Вау, ребята. У нас, походу, тот краб из русалочки. Да, ребята, это тот краб, который из русалочки. Я забыла, как его зовут. Олень. А вот ее друг. Вот он. И что там он у нас умеет делать? Он крутится, как. Ну, тут показано, что он крутится. А так он вот такой интересный. Вот такой вот интересный. Смотрите. Такой вот красный у него. Ручки движутся. Клешни. Та-та-та-та. Такой колесик. А, колесики и клешни двигаются. А, тут показано, что он может просто ездить. Так вот. И у него двигаются крыши, смотрите. Ананам-анам. Да, дядя. И его цвет подходит под мой браслет. Вот такой, в общем, крабик у нас попался. А также есть вот такой из Рапунцель. И Мулан, что ли. Мультик такой. Золушка есть. И другие. Ну и мы его отложим в сторону и будем открывать следующий киндер. Интересно, что попадется там? У нас будет не с коллекции. Это сразу видно. Такое чудовище. Кто это? Это дракончик. Смотрите, ребят, это такой вот дракончик. Он, то есть, меняет цвет, что ли? А, да. Когда становится солнце, он становится оранжевым, его крылья. А собирается он. Такое качество. Резиновая, смотрите, ребят. Видите? Он резиновый. Так, вставляем. Вот. И хвостик. Так. Ну, в общем, я его собрала. Вот так. Вот он, наш дракончик. У него такая вот форма гибкая. Привет, привет. И он на солнце меняет цвет. Вот, смотрите. Вот, у него желтые крылья, а на солнце они становятся оранжевые. Вот это вот. Такое интересное, качество хорошее. Интересно, кто еще такие? Вау, всего 4 штучки. У нас есть вот такой. А есть зеленый, фиолетовый и вот такой как бы бирюзовый. Мне больше нравится бирюзовый такой вот, зеленоватый.
Ну и его мы тоже отложим в сторону и будем открывать следующий. И открываем его. Какую открыть? Вот эту. Интересно, какие там игрушки попадутся? Качественные или некачественные? Это как Джой, конечно, похоже на Джой. Так, открывается. Не хочет она. Но мы ее откроем. Как-нибудь сейчас. В общем, я открыла, и тут вопросительные знаки стоят. Интересно, там попадется. Где игрушка, где шоколад. И тут немножко потемнее цвет, а тут посветлее. На камере это не видно. Не хочет открывать. Зачем они так заклеили ее? В общем, я открыла. Там, походу, шоколад с орешками. Шоколад. И там такие вот орешки. И давайте смотреть, что там за игрушка. Сейчас я ее тоже открою. Ребята, я как-то открыла, но я не смотрела, потому что там не видно. Открываем. Раз, два, три. Ребята. Тут ложечка, конечно, есть вот такая вот пластмассовая. И что это? Даже инструкции нету. Где она? Вроде нарисована лол. А попался какой-то непонятный ноготь. Ау, шадеть невозможно. И что это за ноготь? Тут какой-то... А, тут грустное лицо еще нарисовано. Это, ребята, какая-то нехорошая игрушка. Я думала, что там попадется лол. Ну, есть же такие статуэтки маленькие. Но тут попалась какая-то пластмасска. Ребята, вам нравится вот эта пластмасска ноготь? С грустным лицом. Эх, должно палец не одевается? Мне, как, например, нет. Надеюсь, в остальных там не попадется то же самое. Ну, мы это проверим. Ну, а этот ноготь замечательный, который вытаскивается. Вот он. Мы отлаживаем в сторону. И будем смотреть дальше. Что у нас попадется? Надеюсь, в этом такое же не попадется. Но вот это сейчас интересно. И откроем вот эту штучку. И как не захочу ее. Вот. С ней очень легко открывается. И то же самое. Я не буду показывать шоколад с орешками. Давайте смотреть, какие ногти еще нам попались. Или там не ногти уже. Ребята. Что это? Как вы думаете, что это? Тем более нет инструкции, чтобы понять, что это. Вот что-то связано с этим. Нет, не связано. Не могу понять, что это. Если вы знаете, пишите в комментариях, что это. На гриб уж все похоже. Ну да. Нехорошие там игрушки попадаются. Неизвестно, что вот это. Это еще как-то вот более-менее. А это неизвестно вообще что. То гриб, то... Небо, то солнце, непонятно что. Ну и давайте откроем. У нас вот такой цвет. Красный. Интересно, что там попадется? Вот это мне сейчас интересно. Давайте и открасим. Вот. Ну, это какие-то грибы. Ребята, что это? Свисток, что ли? Вы представляете, он даже не свистит. Смотрите, как это можно продавать детям. Такую-то какую-то игрушечку, смотрите.
Вот тут вот эти дырочки. Вы слышите? Вообще ничего не свистит. Это, походу, кто-то такую коллекцию собирает. Лишнего хлама. Можете объяснить, что это такое? Может, сюда засунуть? Нет. Ну, вообще, бесполезная игрушка для детей. Хоть бы свистел. Ничего не свистит. Ну, давайте откроем наш последний. Надеюсь, в нем не попадется вот такое, или вот такое, или вот такое. Что-нибудь нормальное попадется там? Вряд ли, потому что если во всех нормально не попалось, значит, в этом несколько. Девушка. Давайте посмотрим, что там. Еще хуже, что там вылазит. О, нет. Что-то из Китая сделано. Это что, наклейка лол? Да, это наклейка лол. Видите, какая красивая? Это с нами. Такая вот наклеечка. Смайлик. Как он выглядит? Представьте, он засохший. Смотрите, ребята, он засохший. Хоть на стол приклейся. Чё это за... Чё это? Не могу так понять, что это. Наклейка засохшая. Одна наклейка. Так её никуда не приклеишь. Точно. То сначала вот это вот. Как понимаете, что это? Не, вообще непонятно. То какой-то гриб желтый покрашенный. То какой-то... Непонятная вещь, не свистящая. То наклейка. И еще она не клеится. Засохшая. Это вообще какая-то ерунда. Если честно, ребята, я не советую вам такое покупать. Если вам вот это все нравится, то покупайте. Как мне лично не нравится. Вот с этим не поиграться. Ничего невозможно. Вот, например, с этим. Что с ним делать? В руках держать и охранять? Нет. Ну, это еще можно одеть на палец, и все. Одну. А это бесполезная штука. Она не свистит. Ну, можешь похвастаться. Ну. И где эта наклеечка? А, вот наклеечка. И наклеечку. Никуда невозможно приклеить. Абсолютно. Это просто такая закладочка. Ну, такой вот. Платформе. Какой-то бред. Вам нравится это все или нет? Я не знаю. Мне не нравится. Ну и наше видео подходит к концу. Кому это видео понравилось, поставь лайк, нажми на колокольчик и подпишись на мой канал. И также пиши в комментариях, нравится тебе все это или нет. Вот это все. Это не можно ни наклеить, ни поиграться. И всем пока-пока.